Всем привет, ребята, вы на канале Steven Games, я продолжаю играть в игру Marvel Битва Чемпионов, и сегодня у нас такой, скажем, рождественский выпуск, где мы будем открывать кристальчики, которые мне подарили, ну и, конечно же, я озвучу не каждого, кто мне подарил кристалл, и мы посмотрим, что мне оттуда повыпадает. Как вы видите, мне подарили, ну, довольно много кристаллов, и, честно говоря, я не ожидал этого, спасибо большое всем тем, кто это сделал, ну и что ж, давайте перейдем сразу же в награды и посмотрим, что же у меня здесь имеется. Я не знаю, честно говоря, что из этих кристаллов выпадает, но я надеюсь, что мне выпадет что-то интересное, например, жетоны, либо какие-нибудь ИСы для того, чтобы прокачивать персонажей. В целом, мы чуть позже об этом всем узнаем. Ну и что ж, первый, кто мне подарил подарок, это Костакил, спасибо тебе огромное. Потом Рома3645, Паша Мулт. Потом Руслан2345-16, Херогроник снова мне что-то подарил. Херогроник, спасибо тебе огромное. Зевс1184, Руслан снова, Рома подарил мне. Костакил, спасибо вам большое, ребят. Костакил, Пантер. И вот смотрите, СМР63 подарил мне какой-то незабываемый кристалл, это очень клево, тебе тоже огромное спасибо. Честно говоря, не ожидал, что мне такого рода кристаллы будут дарить, но это очень круто. Спасибо большое. Лайтбро, спасибо тебе огромное, тоже. Костакил очень много кристаллов подарил, и это супер. Награда за войну союзов, но мы ее слили, поэтому награда такая маленькая. Так, и тут снова за войну союзов, опять же, награда за схватки войны союзов. Арамчик, спасибо тебе тоже большое за 2 кристалла. Потом зачистка ячеек и подарок от Пантеры. Спасибо вам, ребят, огромное. Что ж, мы позабирали все подарки, которые на данный момент у меня имеются. И я плюс еще пару кристаллов не открыл, скажем так, а получил благодаря ежедневным заданиям. Не ежедневным заданиям, а ежедневным заходам в игру, скажем так. И у меня на данный момент 25 подарочных кристаллов. Это очень, на мой взгляд, много. Что ж, открываем и смотрим. Офигеть. А что отсюда выпадает? Здесь же должно написано быть, что выпадает. В этом кристалле ты гарантированно найдешь 2400 золота. И это гарантированно, кстати. И дополнительный предмет. Это могут быть трехзвездные коронные камни, трехзвездные камни пробуждения, осколки кристаллов, трех, четырех или пятизвездного героя, классовые катализаторы третьей категории или фрагменты классового катализатора третьей или четвертой категории. Но в целом неплохо. Что ж, давайте попробуем открыть. Это 25 кристаллов. Открываем первую десятку. 225 осколков, смотрите, 4-звездного героя, 50 осколков 3-звездного героя, катализатор мутации 3-й категории, камень коронный, еще один коронный камень, ну и опять же фрагменты, очень много фрагментов повыпадало. Продолжить, что ж, давайте нажмем назад и снова нажмем открыть, чтобы посмотреть опять же на новую награду, а не на уже суммирующуюся. Все-таки, блин, высчитывать там сколько чего нападало тоже не всегда удобно. И смотрим, что у нас здесь. Получен катализатор. Еще один катализатор получен. 175 осколков трехзвездного героя, но здесь, как вы видите, такое себе. Хотя и выпали катализаторы мутации 3-й категории, базовый катализатор 3-й категории и катализатор мистики 3-й категории. Неплохо так. И самое интересное, что здесь выпало, это камень пробуждения. Значит, я могу пробудить способность одного из космических героев. И мы сейчас посмотрим, кто у меня есть из космоса, чтобы, конечно же, пробудить в нем трехзвездную способность. Какую трехзвездную способность? Коронку, я хотел сказать. Коронку. Так, ну что, снова открыть. Здесь у нас, по сути, ничего нового не выпало. Хотя нет, смотрите. 50 осколков 4-звездного героя. И камень пробуждения чемпиона мистики. А вот как раз-таки у мистики у меня есть пару чемпионов, которых бы мне хотелось пробудить коронку, скажем так. Что ж, вернуться к кристаллам. Остается у меня 28 штук. Здесь зачинщика войны кристалл. И что у нас здесь? Камень. Как же я люблю камни, блин. Прям не знаю. Только что я не ругнулся, я сказал блин. Но некоторые могут услышать что-то другое. Так, здесь у нас тоже особо ничего интересного. Престижный мы чуть позже откроем. Давайте начнем с этого.
с этого кристалла. О, неплохо, космический катализатор третьей категории. Вот это я понимаю, мне нравится. Так, 5000 золота, тоже неплохо. Двухзвездные кристаллы, я их получил за то, что проходил, опять же... Блин, что я проходил? Конфликт, вот что я проходил. Конфликт, конечно же. И тут мне выпадает, кстати, Гамора, новый чемпион. Два желтых шершня и Вижн. Преобразовать. Давайте преобразуем их. И получаем 55-110 осколков трехзвездного героя. Даже 165. Ну, неплохо. Трехзвездный герой, мне что-то кажется, сегодня у нас будет. Это было бы неплохо. Так, закрыть. Кристаллы задания, 9 штук. Я выполняю на данный момент сюжетные задания. Я, конечно, этого не записываю, но я их выполняю. И таким образом мне выпадают данные кристаллы, откуда, ну, довольно редко выпадают жетоны. Чаще всего ИСО. Но ИСО это не так круто. Так, открываем. И тут у нас 750 монет. Ну, такое себе, конечно. Здесь вот нам выпадут чемпионы трехзвездочные. Гляньте, черная пантера. С кристалла ежедневного. Неплохо так. 55 осколков четырехзвездного героя я забираю. Ну и что ж, мы возвращаемся обратно. И что нас здесь ожидает? Кристалл арены я открыть только могу один. Маловероятно, что мне здесь повезет. Скорее всего, выпадет золото. Да, 10 тысяч золота. Это понятно. Так, ну и что ж, давайте теперь перейдем непосредственно вот к этим кристаллам. Незабываемый кристалл. Что это такое? В этом кристалле ты можешь найти трех или четырехзвездного чемпиона 2017 года в качестве редкого дропа. Гарантирует двухзвездного героя с редким шансом получить трех или четырехзвездного героя. Ох, как сложно все. Ну давайте попробуем. 3, 2, 1, смотрим. Много как двухзвездочных, блин. Но мне не повезет. Мне не повезет, скорее всего. Давай енот. Ну, блин, ну практически енот был. А мне выпадает двухзвездный Дракс. Ах, ладно. Ну, я невезучий в этих кристаллах. Это понятное дело. Об этом многие знают, поэтому... Че тут скажешь? Ладно, что ж. Давайте откроем этот. Это, кстати, подарочный кристалл. По-моему, выпадает за ежедневные заходы. Ну и, как вы видите, здесь мне коронка выпала. По-моему, у Человека Льда коронки не было. А сейчас она появляется. Вроде как. Бамс. Отлично, неплохо. 5000, смотрите, ИСО. Я получил и 55 осколков четырехзвездного героя. Неплохо. Так, переходим сюда. И здесь у меня уже 500 осколков четырехзвездного героя. Остается совсем чуть-чуть набить. Как я думаю, многие заметили, это очень хорошо. Забираем этот кристалл, раскручиваем его, смотрим, что мне выпадет здесь. И здесь мне выпадает, Кингпин проехал, блин, и мне тут ничего не выпадает. Енот мне выпадает. Енот-ракета, отлично. 55 осколков я еще получаю. Ну и непосредственно трехзвездный герой. Смотрим, что у нас выпадет отсюда, а отсюда нам выпадет что-то интересное, я чувствую. Это будет Кингпин. Либо нет. Ну, хотя он проехал. И у меня новый чемпион трехзвездный, заметьте. У меня не было. Прозвучало, конечно, офигенно. Что ж, вернуться к кристаллам. Не было. Так, всем еще раз большое спасибо за подарки. Все эти подарки я получил. Огромнейшее всем спасибо. Ники всех тех, кто мне подарил подарок, я также прочел. Огромнейшее вам, ребят, еще спасибо. Благодаря вам я выбил и чемпионов, и получил очень-очень много катализаторов. Это очень круто. Спасибо, что меня не забываете в первую очередь, потому что я нигде не просил никого дарить мне кристаллы. Это все подарили ребята сами. Спасибо вам. Что ж. Что только что произошло? Я так и не понял, но ладно. Что ж, я хочу сейчас перейти к чемпионам, посмотреть, что у меня здесь творится. Ну и, возможно, даже прокачать. Я хочу прокачать в первую очередь чемпиона Железного Кулака, потому что, ну, наконец-таки его уже нужно добить до фула. Я думаю, со мной многие согласятся. Он у меня до сих пор до фула не добит. А тут еще, как вы видите, до 40 уровня ой как много. 38-й. Ну, мы практически уже подходим к самому концу. 39-й. Тратим 34 тысячи.
34 тысячи, и статы у него 3283. Ну, для, скажем так, железного кулака это неплохо. Это очень даже неплохо. Ну и здесь, как вы видите, я пока что ничего сделать не могу. Остается совсем немного. Я, наверное, подобью Ис и, наконец-таки, добью его до 40 уровня. Он у меня будет 4 ранга и 40 левела. Неплохо, мне как кажется. Вот такой вот железный кулак получится. Так, что ж, и, наверное, в целом тут все, да? Мне выпало 2 новых чемпиона, не было, давайте узнаем, кто она. Я помню, откуда она, но она сестра еще, по-моему, блин, злая сестра, если я не ошибаюсь, одного персонажа. В общем, блин, не буду говорить вам, потому что я уже не помню, как даже... Как фильм назывался? Ладно, неважно, суть не в этом. Кибернетически усиленное с рождения и научно побеждать любой ценой не было. Одна из двух приемных дочерей безумного титана Таноса. Вот-вот-вот, как раз таки, я же говорил, что это сестра. Сестра Гаморы, вот она, сестра Гаморы. Ненавидящая свою сестру Гаморы. После того, как та сокрушила ее в бою, чудом избежав гибели, теперь она жаждет отомстить Гаморе. Но на этом путь мести она узнает о себе больше, чем ожидает. Но на этом пути мести. В общем, она становится доброй, и потом вместе с Гаморой они побеждают своего батю Таноса. Я пересказал вам кое-что. Не буду называть фильм, потому что я не помню, как он называется. Что-то там «Стражи Галактики», если я не ошибаюсь. «Стражи Галактики», по-моему. Но это вторая часть была, где еще был Грут маленький. Да, он еще там приплясывал в начале фильма. Что ж, ладно, такие вот дела. Отлично. И вроде бы как все. Да, это все, что я хотел сделать, наверное. Все-таки сегодня я пооткрывал немного кристаллов, показал вам, что мне отсюда повыпадало. Ну и на этом все. Продолжим тогда уже в следующем ролике. Я надеюсь, что в следующем ролике мы сделаем что-то новое и выбьем какого-нибудь еще 4-звездного клевого перса. Я уверен в этом. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.